Всем привет! Сегодня наш видеоурок будет посвящен опять тормоза. Тормоза внутренним ребром, но тормоза уже более сложные, как и выполнение, так и по энергозатратности. Так что, ну что, поехали, разберем два упражнения очень крутых, которые не только прорабатывают тормоз, но еще много что другого. Поехали. Первое упражнение. Смотрим внимательно. Наша задача с вами сделать скрестный шаг и уйти в тормоз. Это упражнение сложное. Сложное во всем сложное. Потому что всегда находится игрок в посадке. Отрабатывается здесь как старт. Получается, вот он идет, да, скрестный шаг и тормоз. И, соответственно, тормоз, затяжной тормоз внутренним ребром. Разбираем это упражнение. Хотя тут разбирать, в принципе, нечего. Вот у нас масса загружена. Делаем скрестный шаг. Нога, которая выполняла скрестный шаг, у нас будет толчковой. То есть она будет толкаться. И уходим сразу же в тормоз. Какую ошибку допускают обычно люди, которые либо первый раз сталкиваются с этим упражнением, да, либо любители, либо дети. Они делают скрестный шаг, все правильно, толчок, все правильно. И делают прокат, а потом делают тормоз. Так тоже можно выполнять это упражнение, но чтобы было более энергозатратно и чтобы больше, лучше прорабатывался тормоз, мы делаем это сразу. То есть ногу ставим после толчка в тормоз. Не забывайте про руки. Руками помогаем себе. Еще раз, смотрите, вот у нас идет раз руки, верхний плечевой пояс, и ушли. Снова у нас идет раз, два. Хорошо, снова. Раз, снова. Раз, хорошо. С первым упражнением разобрались. Переходим дальше. Также, используя скрестный шаг, мы двигаться будем по прямой. Делаем скрестный шаг и тормоз одной ногой. Скрестный шаг, тормоз. Так, смотрим сразу, какие ошибки бывают в основном. То есть многие делают тормоз, не акцентируя внимание, да, вот мы, смотрите, правильное выполнение, это вот. Мы загрузили ногу, которой мы тормозим, массу тела перенесли, да. Пошел отсюда толчок, раз, в другую сторону. А многие делают раз, оставляют массу на той ноге, которая у нас посередине, грубо говоря, да? Не той, которую тормозим. И вот у них получается раз. И тормоз не пойми какой. И что-то, какие-то танцы пошли на самом, вот все. Только осталось добавить музыку. Нет, здесь четкий акцент. Ставим. Мы сделали скрестный шаг и постановка ноги. Все, поставили. Масса у нас загружена на тот конек, которым мы тормозили. Делаем отсюда скрестный шаг, тормоз. Массу загрузили на ту ногу, которую тормозим. Поехали. Раз, раз, раз. Если выполнять это упражнение медленно, можно не отрывать ногу, да? То есть мы сделали раз, чтобы дать почувствовать игроку, который выполняет, то, что мы правильно переносим массу тела, когда тормозим, да? А если это делать уже в скорости, то есть раз, можно вторую ногу отрывать. Раз. Отдышка. Вот такие очень энергозатратные, очень полезные. Уж перчатки валятся. Упражнение сегодня мы с вами разобрали. Так что используйте, пользуйтесь и будьте лучше. Не забудьте, можете забыть на сегодня. Жесткая тренировка была. Всем до скорых встреч. Пока.